Маркус, ты уже успел дебютировать за клуб. Как тебе игра Шахтера? Вкусил ли ты ее? Очень понравилась игра. Я очень счастлив, что у меня уже была премьера. Конечно, мне нужно еще прибавлять и нужно расти, но я думаю, что адаптируюсь очень быстро. Как тебе адаптация в клубе? Как она проходит? Адаптация в клубе, так ОНБ. Да, очень хорошо. Очень хорошо. С помощью коллектива, тренерского штаба все получается. Я очень счастлив. Какое самое яркое впечатление из жизни уже в Шахтере? Durante esta semana que você passou no Shakhtar, qual foi a melhor, a maior impressão? У меня было очень хорошее впечатление, как только я первый раз сюда пришел. Отличный тренерский штаб, отличный коллектив, отличная база. Все для того, чтобы великолепно работать. А ты уже переехал с семьей сюда? Только жена пока что. Она очень рада, что может быть здесь рядышком со мной. Очень хорошее место для жизни, поэтому все проходит суперски. А ты еще планируешь перевести родителей, может быть? Вы мой алгенда, фамилия? Надеюсь, что сюда приедут мои родители, чтобы они, по крайней мере, увидели Украину, увидели футбольный клуб «Шахтер», прогулялись немного здесь и потусили в Украине. То есть вам нравится Киев, Украина? Это очень важно, Киев, Украина. Да, очень хорошо здесь. А нравятся ли тебе такие встречи, как сегодня? Какое твое впечатление? Как еще, да, презентацию удивилась. Очень хорошо, я очень счастлив, что я являюсь составляющей такого клуба, как «Шахтер». Действительно великий клуб. Я думаю, что все получится у меня в этой футболке. Я постараюсь сделать наилучшую работу здесь.